маленький обзорчик вот этой штучки. Маленькая. Купил ее за 350 рублей. Ну, зашел в Галамарт, кое-что надо было посмотреть. Что-то приглянулся, посмотрел. Она называется велосвет, подсветка спиц. Ну, а я люблю такие всякие светящиеся штучки. Решил купить, работает от одной мизинчиковой батарейки. Крепится. Вот кнопочка. Нажимаем. Все, здесь динамический режим. Я не знаю, насколько здесь хватит этой мизинчиковой батарейки. Энергопотребление какое, проверю. А так, у меня гирлянды на, ну, в кофре. А сам усилитель тоже хотелось как-нибудь подсветить. Есть дома гирлянда двух таблеток работает, но она что-то какая-то, ну не пошла, короче. На это будет вот как-нибудь приспособлю там усилить. Она с двух сторон светится. И отсюда, и отсюда. А что, нормально? Можно было бы две таких купить и с левого, как бы, канала и с правого канала, потому что, ну, как бы с левой стороны и с правой стороны усилитель включить, поставить, прикрепить. А что бы было синхронно? Ну, блин, это уже 600 рублей получится. Я пока не готов на такую фигню деньги такие тратить. 350 рублей, ладно. Ну, купить в любое время вот здесь можно. Посмотрю, как долго она будет работать. А что, она погасла? Так должно быть. А, вот это может делиться. А, вот опять заработал. Видимо, какая-то пауза происходит, и потом новый цикл начинается. Ладно.